Итак, дорогие зрители Смарт-шоу, сегодня на эти конкурсы Imagine Cup, который проходит в Санкт-Петербурге, день награждения победителей. После вчерашнего дня закрытых дверей, когда участникам вживую демонстрировали свои изобретения судьям, сегодня наконец можно посмотреть стенды и позадавать вопросы, собственно, нам, представителям прессы, журналистам и просто людям, интересующимся IT-технологиями. Все действие происходит в большом помещении на втором этаже гостиницы «Паркин Прибалтийская». Здесь больше 80 стендов и примерно 300 участников. Ну и плюс 1500-2000 людей пришлых, прессы и просто людей, интересующихся IT-технологиями и так далее. Ну, и тут же где-то в глубине, вот я сейчас попробую показать, вот где-то там располагается и стенд нашей команды казахстанской под названием «Мирада». Это студенты из КБТУ, которые будут демонстрировать свою инновационную программу под названием «Edible». Ну, чтобы не заблудиться, я, наверное, прям с краешку быстренько обрисую, что мне понравилось больше всего. И начну, пожалуй, наверное, с американской команды под названием Team Poliahu, которая представляет приложение для оповещения людей о всякого рода дизастерах. Что в это понятие входит? Скорее всего, насколько я правильно понял, речь идет о каком-то приложении, с помощью которого человек может сфотографировать какое-нибудь происшествие. Пожар, падение дерева, ураган. Единая сеть фиксирует данную фотографию, данное сообщение, включая координаты, облегчая тем самым работу спасательных служб. Вот ребята как раз сейчас и демонстрируют это. Так, задерживаться не будем, работы много, побежим дальше. Дальше мне понравилась идея реабилитации пациентов. Сейчас я попробую пробраться через эту кучу людей. Где-то на желтом, в желтой зоне, где-то чуть дальше по центру. Ужасное скопление людей, очень тесно, шумно, но мы как-то пробиваемся. Текст. Еще одна американская команда. Да, это американцы. Проект называется Beers Unlimited. Насколько я помню, он посвящен, он помогает медикам в послеоперационной реабилитации людей с поврежденной кистью. Ребята как раз сейчас и демонстрируют данное изобретение. В общем, насколько я правильно понял, речь идет о перчатке с сенсорными датчиками, информация от которых обрабатывается контроллером и поступает на смартфон с Windows Phone. После этого смартфон обрабатывает информацию и, видимо, да, если я правильно понял, видимо, смартфон работает в режиме какой-то игры. И тренируя в процессе игры свою кисть, человек ее разрабатывает и помогает, как говорится, восстановлению организма. Да, если я правильно понял. Не совсем понял, почему проект называется Beers Unlimited. Как это связано с медведями, непонятно. Может быть, из-за того, что сама перчатка такая медвежья. Текс, бежим дальше. Что бы я хотел еще увидеть, наверное, обратиться к испанцам. Да, к испанцам. Здесь где-то должен быть стенд под названием... Да, наверное, я правильно нашел ребят. Это M1R, команда M1R. Она представляет, с их точки зрения, инновационное устройство, похожее на шлем, да. Итак, что это такое? Шлем называется SRGX. Он выглядит в виде такого мотоциклетного шлема. И, судя по всему, его задача
Да, скорее всего, насколько я правильно понял, этот шлем имитирует 3D-реальность, совмещая ее с, как это сказать? В общем, ребята изобрели какой-то приемник биоритмов, биосигналов с мозга, который каким-то образом обрабатывается и, да, и дополняет ту реальность, которая работает с помощью вот этих стереоочков. Зачем это нужно, я не совсем понимаю. К сожалению, я не был на презентации данной идеи и не знаю, насколько скептически или нет отнеслись к этой идее судьи. Бежим дальше, Так, ну если наших ребят нету, пожалуй, мы обратимся к очень-очень маленькой стране, Кот-д'Ивуару. Это где-то там на западе Африки. И мне очень понравилась их идея, которая посвящена, ну, скажем так, она посвящена лечению. А, нет, она посвящена помощи людям с ослабленной памятью, да. Если речь идет о больных, болезни Альцгеймера и так далее. А в чем суть изобретения, ребят? Больной человек, пожилой в частности человек, получает в свое распоряжение специальные очки, которые представляют собой камеру, считывающее устройство и устройство обработки информации. Все это дело называется, насколько я помню, сейчас я покажу, непонятно, не вижу ничего. Нерформили, насколько я помню, да. Система позволяет опознавать лица людей, распознавать их речь и, видимо, через наушники показывать информацию больному. Ну, не знаю, очки выглядят довольно футуристично. Будет ли пожилой человек их носить? Еще большой вопрос. Текст. Бежим дальше. Что мне еще понравилось? Наверное, я обращусь к нашим русским коллегам. Только мне надо сориентироваться. Это лиловая зона, стенд номер, насколько я помню, 8. Это русская команда. Она называется Tip Quad Damage. Вот такое название интересное. И она представляет на этот раз идею компьютерной игрушки. Игрушка называется, ну, что-то связанное с лазерами. Так. Я их должен узнать по большим лазерным ружьям. В общем, чем-то это напоминает бесконтактный страйкбол. То есть люди берут свои смартфоны, загружают туда соответствующее приложение, берут вот такой вот девайс, похожий на ружье. В общем, это добавленная реальность плюс компьютерная игрушка в стиле, если кто еще играл в древние квейки с захватом флага, то примерно так это и выглядит. Стрельба осуществляется вполне реальным наведением лазерного луча, хотя я смотрю, анимация там довольно забавная, есть даже взрывы. Да, есть даже взрывы. В принципе, да, это я бы назвал тихим, экологически чистым страйкболом, когда не надо никого калечить шариками, можно играть с детьми. Вот, ребята, ага, есть еще какое-то считывающее устройство. С помощью кода, я понял, с помощью баркода можно, видимо, зайти онлайн в сеть, наверное, скорее всего. Это чтобы оживляться. Если жизнь не кончается... Респауны, я понял. Это режим респаунов, то есть если ты погиб, то ты можешь снова зайти в сеть, чтобы принять участие в игре. Да, я сейчас себя убью и покажу. В общем, наверное, из всех игрушек это то, что мне больше всего торкнуло, именно в силу того, что тут все понятно. Это некий способ поднять задницу с кресла и поиграть в любимые компьютерные игрушки,
Но с тем же примерно эффектом, но полностью физически вовлеченным в игру. Сейчас покажем. Одну минуту. Да, вот я вижу, можно загрузить свои аватарки. Оль, убей меня. Саша, убей меня, пожалуйста. Так. Ну ладно. Есть даже маленький радарчик, я смотрю. Да, мини-карта. То есть, видимо, игроки на этом радарчике должны появляться. Да. То есть, собственно, когда мы... Вот, я оживился. В общем, ребята, спасибо большое. Мне это очень нравится. Я желаю вам классно победить. Было бы интересно, если бы эта игра, в общем, пошла в серию, да. Потому что это здорово. Кстати говоря, могу сказать, вот здесь, если бы мы были снаружи на улице, то GPS-положение, вот меня опять убили, GPS-положение отправлялось бы на сервер, мы получали бы его и видели бы, где кто бегает. Ясно. То есть можно ориентироваться по GPS-датчикам, установленным в каждом смартфоне. Да. И еще у нас есть много разных режимов, то есть командный дезматч, захват флага, тактический режим с разными ролями, как снайпер, солдат, там, медик. Да. И... То есть, видимо, приложение учитывает правила игры в каждом выбранном режиме, да? Да, конечно. Спасибо большое, ребята. Пожалуйста. Пока. Спасибо. Так, насколько я помню, я еще хотел вкратце, очень вкратце взглянуть на интересную идейку китайских студентов, которые... Как-то однажды съездили куда-то там на северо-запад страны, наверное, в Синьцзянь, уйгурский автономный округ, и сильно удивились тому, что там очень плохо с водой. Значит, а в чем суть изобретения ребят? Подойду поближе. Значит, смотрите. Вот эта вот вживую собранная схема олицетворяет собой квартиру или помещение. Допустим, здесь есть кухня, есть туалет, есть ванная, душ. В чем состоит суть экономии воды? Каждый потребитель воды оснащен датчиком и системой телеметрии. Все это поступает в единый центр обработки. Скорее всего, это будет, наверное, насколько я знаю, приложение Windows Phone. И это в комплексе это позволяет человеку контролировать расход воды в собственной квартире или на предприятии и так далее. Да, наверное, да. Вот ребята даже сделали такие своеобразные кранчики, чтобы показать, как эта система работает вживую. Вот они. Да. Пошел расход воды. Его можно отследить в режиме реального времени. Зачем? Ух! Жарковато здесь. Ну что ж, пора эвакуироваться из этого помещения. Напоследок, наверное, я загляну. Да, наверное, я загляну к ребятам, к полякам. К полякам, которые работают над довольно интересным и немножко прикольным приложением, позволяющим по ирисовой диафрагме человеческого глаза определять его степень наркотической зависимости. Точнее, не зависимости, а его степень... то, что я видел в приложении, у них переводится как «под кайфом» — это «high», или там «sober» — это «трезвый» и так далее. Так, мне надо найти этих ребят. Это зеленая зона. Да, зеленая зона. Да. Команда называется Веру, это Польша. Да, они участвуют в соревновании по Windows Phone приложениям. Суть изобретения очень простая. Есть камера, есть приложение, которое с помощью камеры смартфона считывает склеру человеческого глаза.
Да. Видимо, по ширине ирисовой диафрагмы она позволяет определить степень как это, вот я не могу найти хорошую фразу, степени наркотической зависимости, что ли, насколько сильно человек находится под кайфом или он полностью чист. Я смотрю графики результативности. А я делаю репортаж, я просто рассказываю. А насколько точно, видимо, это определяет по... Я сейчас рассказываю своим зрителям. Да. Значит, насколько я знаю, речь идет о графике, в котором ребята показывают, насколько эффективно работает их система в условиях дневного освещения или там с помощью вспышки и так далее. Очень прикольное приложение. Я был бы рад, если бы ребята победили. Ну что ж, наверное, я побегу на выход. К сожалению, наши казахстанские соотечественники не смогли, видимо, сегодня на шоу-кейсе в открытом режиме участвовать, поэтому... Да, наверное, нет. Поэтому я на этом, наверное, завершу свой короткий репортаж. Пока, ребята, до вечера.